здравствуйте, с вами снова я, и сегодня будет самый неоднозначный тест по моей рубрике «Алкобард». Знаете, вот если вдуматься, то меньше всего ассоциаций и воспоминаний с водкой. Выпил, упал утро, или водка пить, земля валяться. То же самое с абсентом, например. Если поутру вам не расскажут, что вы делали вечером, вам даже нечему будет удивляться. А вот какие ассоциации возникают, например, с портвейном? Лето, море, южные ночи, массандровский, лучший коктебельский старый нектар, гитара по кругу, шумная компания, доверчивые отдыхающие выпускницы из Тамбова и Саратова. Да, именно так. Но все это не имеет никакого отношения вот к этому. Made in Беларусь. Южный склон горы Дзержинского, похоже. Урожай неопределенного года. Упало, значит, яблочко в лужу, подгнило. Солнышко пригрело, забродило. Добрые люди ведром черпанули. И вот, пожалуйста, к вашему столу. Да, хочу вам сообщить, что настоящие пацаны закусывают всем как. Вот так. Ну что ж, погнали. Открывать, наверное, буду прямо при вас. Даже акциз еще не сорван. Я, честно говоря, боялся это нюхать до того, а то... Вот эта упаковка. А то вдруг расхочу. Ну, что делать? Я люблю свою работу. Пока нормально. Что? Будем здоровы. Как сказать, если бы я не видел до того вот этот вот пакет, то я бы решил, что это что-то из недорогих массандровских портвейнов. Разве что рисковать чуть-чуть, но это же первый стакан, так что простительно. Поэтому не будем затягивать. Как вы знаете, после первой не закусываем. Еще хоть капельку. Пожалуйста. И по старой традиции сейчас будет песенка. Если вам чего-то хочется, жизнь печальна, печальна и тяжка, гложет одиночество, можно выпить портвишка. Лишь хотел бы рассказать, что вам точно надо знать. Пей портвейн поближе к месту, где находится кровать. Только помните, хмелее, тут деталь одна важна, чтобы вас вдвоем с портвейном не заметила жена. И хочу напомнить вам, на себе проверил сам, нужно пить поближе к месту, где хотя бы есть диван. Извиняюсь за сбивчивость, но это доказывает лишь то, что портвейн «Три семерки» имеет право на жизнь. За это и выпьем. Привет. Утро красит нежным светом морду древнего меня. Значит, по портвейну. Я не ждал, что мне будет с утра настолько хорошо. Ладно, неважно. Буду ли я его брать еще? Однозначно буду. У меня даже есть страшный план, хитрый-хитрый, по которому я соберу кучу знакомых и из красивой бутылочки его им налью. Буду пить, смаковать и причмокивать. Вот так. А утром мы начинаем со здорового питания в виде молочка. Молочка. Низкоградусная, простите, 2%. Ну, ваше здоровье.